В любом специализированном магазине оружия в первую очередь покупателю предложат 4 модели пистолетов, разрешенных для самообороны. Травматический и газовый пистолеты Макарова, травматический пистолет системы Наган и бесствольный пистолет ОСА. Сейчас мы проверим это оружие в работе. Цель эксперимента – установить, какие именно повреждения может получить нападающий, если жертва будет защищаться одним из этих пистолетов. Мишень – 8-килограммовая говяжья туша. Она будет имитировать грудную клетку нападающего. Стрелять в нее будут в упор, на расстоянии вытянутой руки. Если пуля останется в туше на глубине 2-3 сантиметров, это будет означать, что на теле потенциального противника появится всего-навсего синяк. Он будет способен напасть повторно. Если пуля пройдет насквозь, значит противник серьезно ранен и может истечь кровью. Он вряд ли сможет атаковать еще раз. Пистолет системы Наган модель R1 стреляет резиновыми пулями калибр 9 мм. В магазин помещается 7 патронов. Эффективная дальность стрельбы 7 метров. Резиновая пуля пистолета Наган не прошла на вылет, лишь царапнула. В реальных условиях от такого выстрела, скорее всего, останется обычный синяк. Если стрелять по обнаженному корпусу, эффект, наверное, может быть. Хотя, все-таки, мертвая ткань не имеет того тонуса, что живая мышца. Ну и вряд ли кто-то даст возможность представлять оружие, не спеша к себе в уход. Травматический пистолет Макарова, он же ИЖ-79-9Т, стреляет резиновыми пулями калибр 9 мм. В магазине 10 патронов. Эффективная дальность стрельбы до 10 метров. Результат практически не отличается от предыдущего. Удар такой силы не сможет остановить нападающего. А если налетчик будет в теплой одежде, например, зимой, то пули и вовсе не оставят никаких повреждений. Все, что в нем эффективно, это внешний вид, сходный с его известным прародителем пистолетом Макарова. Ну, травму причинить может, но реально остановить нападающего не может. Травматический бесствольный пистолет ОСА, модель ПБ-4, стреляет резиновыми пулями калибр 15,3 мм. В магазине 4 патрона. Эффективная дальность стрельбы производителем не указана. Пистолет ОСА оказался самым мощным из представленных. Резиновая пуля пробила кость. При реальном нападении это означает сломанное ребро. Сильный боль остановит нападающего, но только на некоторое время. Время, за которое можно будет успеть убежать. Ну а теперь мы покажем любимый рекламный ход продавцов ОСА. Дырка в довольно толстой доске ДСП. Дырка есть. А теперь как это действует на человека? Ну, собственно говоря, остается такой достаточно с виду внушительный синяк, но это не останавливающее действие, и преступника оно только разозлит. Болевой эффект есть, но недостаточно, чтобы остановить человека, нападавшего. С одной стороны, закон разрешает носить с собой оружие для самообороны. С другой, в момент опасности, как показывает практика, оно почти неэффективно. Трое из 5 владельцев пистолетов просто-напросто не умеют ими пользоваться. К тому же, почти все оружие для самообороны, как говорят оперативники, имеет обратное действие. Если нападающего ранить, он станет еще агрессивнее и уж тогда точно не пощадит жертву.